Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. СМИ сообщают о том, что ГИБДД начала выдавать измененные водительские права. Новшество заключается в том, что надпись «Водительское удостоверение» продублирована на трех языках – русском, английском и французском. Необходимо это для того, чтобы привести наш водительский документ в соответствие с международными требованиями. Напомню, что госпошлина за ВУ сейчас составляет 2000 рублей. Трасса 101. Владельцам стареньких Audi на заметку. В России отзываются более 500 моделей А4, А8, А6, ТТ и кабриолет, которые были выпущены с 1997 года по 2001. ВИН-коды есть на сайте Росстандарта. Причиной является вероятность плохого срабатывания подушки безопасности водителя. Дилеры должны бесплатно установить новые подушки. Трасса 101. Даже страшно представить, что будет с ценами на ОСАГО после 24 августа. В этот день вступят в силу поправки, позволяющие страховщикам учитывать при расчете стоимости автогражданки дополнительные критерии. В их число войдут наличие дорожных штрафов, семейное положение, наличие детей, пробег автомобиля. Как выразились сами страховщики, они будут применять сложную схему тарификации. По мне, так слово «сложное» в данном контексте равнозначно слову «мутное». Трасса 101. В конце весны, начале лета этого года в нашей стране резко подскочил спрос на электромобили с пробегом. По данным Авито, он вырос чуть ли не в 2,5 раза. Данное явление специалисты объясняют в том числе отменой в начале мая пошлин на ввоз зеленых авто в пределы Евразийского экономического союза. Самым востребованным электрокаром оказался Nissan Leaf. На втором и третьем местах Tesla. Средний ценник такого авто немногим более 1 миллиона рублей. Трасса 101. А Toyota начала прием заказов на обновленные Hilux и Fortuner. Минимальная стоимость первого и второго – почти 2,5 миллиона рублей. У машин изменились оптика, решетка радиатора, передний бампер. Дизельный двигатель на Hilux объемом 2,8 литра форсировали со 177 до 200 лошадей. А Fortuner имеет и бензиновую, и дизельную версии. Последняя появится чуть позже. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.